Щелкинском лицее номер 21 выясняют причины обрушения козырька подъезда школьной пристройки. Работает экспертная группа при Министерстве строительства Московской области. Рассматривают несколько версий происшествия. Это некачественное исполнение строительно-монтажных работ, ошибка в проектном решении, а также некачественное выполнение работ на заводе-изготовителя. При этом, по словам специалистов, основная часть здания не пострадала. С абсолютной уверенностью можно сказать, что на основную конструкцию, на здание, это происшествие влияния не оказало. Этот козырек, который кровля над входом, козырек, не является элементом основной конструкции здания. Он выполнен из другого материала, из металла, его несущей конструкции. Это навесной элемент. На происшествие отреагировала Химкинская городская прокуратура. Ее сотрудники сейчас проводят собственную проверку. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, в конце прошлой недели в Химкинском лицее номер 21 обвалилась крыша у дополнительного подъезда пристройки к школе. В этом помещении разгружают продукты для столовой. Инцидент произошел ночью, никто не пострадал. Сейчас продукты в школу подвозят к другому дополнительному подъезду. Детей временно перевели учиться в старый корпус здания. Причины обрушения экспертная группа озвучит ориентировочно в конце следующей недели.